Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Alphard в черном цвете 2019 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 2,5 литра, мощностью 182 лошадиные силы, АКПП, полный привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисков. Имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, тонировка задней полусферы, повторитель в зеркалах, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 28 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань. Имеется 3 ряда сидений, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, система автохолд, электроручник, система курсовой устойчивости, режим эко, мультируль, круиз-контроль, контроль полосы, кнопка старт-стоп, автосвет, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Перед автомобиля покрыт полиуретановой бронепленкой. Актуальную стоимость и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.